Какие бы планы относительно него я ни строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами снова Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Metro Last Light Redux. Пора идти. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Нет. Красные, злые. Согласен. Фашисты тоже злые. Да тут прям целый схрон. Вот по поводу снайперки, я думаю, я не буду менять ее пока. Ты опять мне даешь суперзрение, да? Готов. Какой-то разрушенный мост. Блин, меня шатает. Походу от сильного ветра шатает. Стелс среди зверей. Ну, вообще класс. Чё бы нет, да? Среди людей есть, теперь будет среди зверей. Просто не хотелось бы тогда пропустить где-нибудь тут заметку какую-нибудь. Крылатые, красные, сильные. Да, они реально сильные. Так, вот это находка. Ключик. Но сейфа-то я здесь не встречал. Блин, а чё нельзя низом пройти, да? Не дают. Эх, жалко. Ладно. Поползли наверх. Так, фонарик. Смотри, их много. Вижу. Так. Мне только сейчас демона тут не хватало.
Подожди, так мы здесь, по-моему, проходили, нет? Мне надо как-то еще сейф найти. Так, ну я сюда зря приперся. Здесь ничего нет. Нормально. А вот и сейф. Зажгу на всякий случай свет. Мост. Но я остался человеком. Я боялся быть другим, боялся казаться ненормальным. Я один был свободен от их влияния, но из-за этого лишь подозревал в себе спящего агента-чудовищ. Моя память вытеснила ту встречу с черным. Зверь во мне проснулся и сожрал человека. Я вышел на поверхность сиротой, а вернулся в метро перворожденным сыном. Я должен был наладить связь между людьми и ангелами, но вместо этого навел на них ракеты. Выжил лишь один черный, и вот теперь он стоит передо мной. Ребенок, сирота. Один во всем мире. Круг замкнулся. Да, круг замкнулся. Так, растяжек я вроде не вижу. Куда, интересно, Хант оделся? Тихо. Вот это они разорались. Бежал. Зараза. Вернется еще, нет? Вернулся. Тут вроде ничего интересного нет. Ладно, пойдем дальше потихонечку. Что-то черного уже давно не слыхать. Подстав.
Блин, как меня вот эти вот твари бесят со своим ультразвуком. Солнце вылазит. Тучки уходят. Погодка налаживается. Твареныш. Лазит прям. Главное, какие-то они неубиваемые. Что с калаша стреляй, блин, всю обойму на них трать. Что с дробовика? Так, все, аптечка я восстановил. Блин. Ага, путь наверх. А что здесь? Здесь ничего, ладно. Полезли. Да что ты будешь делать? Зараза. Вот целая обойма уже ушла. До свидания, летчик. Блин, у меня уже заканчивается обойма, блин. Ой, хорошо-то как. Еще какая-то группа погибла. А, подстава, подстав. Да что ты будешь делать? Достал ты меня, блин. Плюется, что ли, еще вдобавок ко всему? Как? Сквозь? Вот твареныш, а? Ага. Сейчас будем лететь. Ну давай, вперед. О, ё-моё.
стреляй! Стреляй! Зараза, веревку обрезал. Я уведу его. Он большой, но глупый. Да? Ну спасибо. Ты спас мою жопу. Ты очень быстрый. Устал. Но я работаю. Работаешь? Открой. Ну все, патроны реально кончаются уже. Осталось совсем чуть-чуть. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? В смысле почему? Ну, позвали? Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. И причем так неплохо иногда. Блин, не люблю такие вот открытые большие пространства. Вариантов, куда пойти, просто уйма. Причем еще и грязь в морду бьет. Где-то здесь должен быть вход в полис, что ли, или в D6. Ой-ой-ой! Да. Ловушка была. Как я не заметил эту растяжку? Там кто-то есть. Отсюда трудно видеть. Да, там это где? Слышь, черный, ты мне подсказывай, где там. Я-то вообще никого не вижу. Там люди. Боятся, что на них нападут. Но не злые. Не злые? Не злые — это хорошо. Пойдем. Так, растяжки, растяжки, смотрю внимательно. Крысы. Кто такой? Все гаразд, мужики! Приберіть стволи! Це ж рейнджер з полісу! То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай! Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли!
Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин на 10, потім рушимо далі. А, у вас можна поторгувати? Поторгувати — це хорошо, я патрончики куплю. Погодка зашибись просто. Согласен. Погодка просто клас. Тю, ледь не забув. Мельника, як побачиш, вітання переказуй від Степана. Він знає. Хорошо, ладно, привет передам. Так, патроны. Давай, дорогой, я тебе патрон поменяю. Да ты что, дорогой, давай поменяй патрон. Слушай, Хацо, выбирай что хочешь. Весь патрон высший сорт, сам бы стрелял. Да деньги надо. Хацо, ты на гильзы не смотри. Как стреляет, смотри. Пех-пех, как стреляет. Так, это что у нас, для снайперки, что ли? Очень хороший. Ладно, возьму. Чё бы не взять там. Такой патрон нигде больше нет. Хорошо, дорогой, взял себе патрон, который мог. Вот аптечку ты мне бы дал бы еще бы. Сам понимаешь, все распаковывать не стану. Только лучше. Так, ну двухкратный. И так у меня стоит. Глушак стоит. Тут, в принципе, больше ничего нет. А что предлагаешь на обмен? Абзац не хочу. Тихарь не хочу. РПК. Привет. Бери, не подведет. И подонок. Смотри, какое состояние. Ни царапинки. Подонок. Отличное оружие. Тебе подойдет. По поводу подонка не знаю. У него, наверное, скорее всего, патронов больше, да? У подонка, чем у револьвера. Но мне, в принципе, и так хватает. Поэтому менять я ничего не буду. Тюнинг у тебя все равно никакого другого не будет. Все, что можно было, я все уже оттюнинговал. Так, глушак. Нет, глушак ставить я не буду. ЛЦУ, все. Ладно, поперлись. Ну, пока. Пока, ну, бывай. Не стесняйся. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Входы, выходы, люки, вентиляцию. Чтобы через 15 минут знали, как свои 5 пальцев. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. И тут нету. Чисто. Опять по стелсу идти или как? Никого. Внимание, противник! Где? Вижу! Сейчас не вижу! Ищите! Если упустим, сорвем все задание! Блин. Ну что? Отделение. Где бы они прошли незаметно? Нет, один. Ну, попадись. Ой, ё-моё, я упал. Никого. Так, а у меня что стоит? Ножики. Так, вот ты что-нибудь можешь взять? Фильтр, деньги. Ну, в принципе, неплохо. Я думаю, можно и не вырубать остальных.
Пока, в принципе, неплохо получается. Я видел такое у тебя. Полезное? Теперь понимаю, для чего. Принесу еще. Ага. Спасибо, малой. Я здесь. Я могу помогать. Силы одного не всегда достаточно. Согласен. Кулагин, ты с Минкиным пройди по маршруту. Может, еще караван нагоним. Клевицкий остается со мной. Блин, подожди, а как туда есть, пробраться-то? Товарищ лейтенант. А, вот. Есть! Вот как мне забрать отметку. Вернее, заметку. Не знаю, что я скажу Мельнику, приказавшему мне убить Черного. Не знаю, что подумает Черный, когда встретится с Мельником. Что он вообще думает о всех нас? Когда я представляю, через что ему пришлось пройти всего за несколько дней. Его должны были казнить как урода-мутанта, и его спасла только человеческая жадность. Его должны были выдрессировать как лагерную овчарку, чтобы он охранял тюремных узников и гнал на штыки новобранцев. Но и эта участь миновала его только потому, что его запихнули в цирк уродов, публике на потеху. А потом вывезли, как собственность со станции, на которой одни люди решили поставить жуткий эксперимент над другими. Боже, что если он действительно ангел? Ну, тогда будем спасать ангела. Да, малой? Не догоним, точно. Они давно уже ушли. Надо попробовать. Ну и чё нам так? До упора идти? Ты без разговорчиков давай. Приказано, делаем. Вперед! Все равно не догоним. Так, отлично. Неплохо. Тихо. Музыка какая заиграла неинтересная. Ты тут один? Один это хорошо. Надо было их посчитать, пока у меня была возможность. Так, давай, дружище. Хорошо. Прям хорошо пошли. Так, черный, не отставай. Ты что там встал, как шиш на блюде? А ну скрылся, бестолочь! Есть! Что есть? Мне что, вас всех за ручку везде водить? Ну-ка, повтори полученный приказ. Приказ захватить депо и скрытно ждать появления рейнджера с тварью. Рейнджера в расход, тварь взять. Ты смотри, не забыл. А где же тогда твоя скрытность? Или ты думаешь... Опять люди. Знают о нас. Очень красные. Очень хотят убить. Ну, и никаких больше косяков. А то тремя нарядами больше не отделаешься. Понял? Так точно. Есть три наряда, не очередь. Блин, не успел посмотреть. Ты где, черный? Что-то мне не по себе как-то. Не простого же шпиона ищем. Поаккуратнее надо. А что такое? Ну, рейнджер. Ну и мы не пальцем деланы. Не простой это рейнджер. Слышал же, что наша группа поезд гендейский захватила? Так вот, он один эту группу перебил. Да ну брехня, какой один? Если все, откуда слухи? Пара тяжело раненых осталась.
Видно, времени у него добить не было. Такое рассказывать. Зверь, а не человек. Настоящий садист. Тогда да, надо поосторожней. Разговорщики! Садист. Внимательный. Так. Здесь их, получается, двое, да? Один здесь сидит, но там свет. Да. Опять война. Вроде только что с фашистами замирились. И года не прошло. Ну а что делать? Склады, говорят, нашли с какими-то сумасшедшими запасами. Если их кто другой захватит, там крышка. А с чего? Ну подумаешь, склады. Так там же, говорят, пушек, фроников, да патронов до военных на все метро. Вот вооружаться и попробуй. Что? А мы тут, значит, что чтобы не попер. Блин, ну, ты молоко схватываешь. Там есть кто? Нет никого. Иди дальше. Фонариком мне тут слепишь, освещаешь. Так, хорошо. Блин, здесь не зайти, что ли? Так, фильтр я у тебя, пожалуй, возьму. И пойдут этого друга. Врежу ему поспать. Так, неплохо. Там еще есть нычка. Давай смотаемся за нычкой. Ага, ненужная нычка. Блин, ну их тут много. Фу, блин, я думал, кто-то прям здесь. Так, вон он. Ну, он, в принципе, разворачивается и идет. Пока он разворачивается и идет, у меня есть шанс. Так, ну сейф-то я не открою, у меня нет ключика. Я его как бы даже, в принципе-то, и не встречал, этот ключик. Ладно, в общем, в принципе, сейчас вырубаем здесь двоих. И давай пока вернемся. Скорее всего, ключ где-то здесь есть. Они там как раз какой-то проход охраняют. Здесь я охрану всю вырубил. А, вот он ключ где. В принципе, неплохо так. Интересно, а что за той дверью?
закрыто. Ну ладно, в принципе, вроде я тут всех оглушил. Или кто-то тут еще есть? Ну даже если есть, то мне уже по барабану. Кто-то там еще остался. Ну и фиг с ним. Мне бы, конечно, как черному, блин, скрыться, да, и все было бы классно. Так, не нравится мне тут вот лампочка. На всякий пожарный. Здесь тоже они, черно-красные. Боятся тебя. И все равно хотят убить. 10. 10 человек я насчитал. Десять, блин, человек. Вы издеваетесь? Так, надо фильтр менять. Ну где же он, гнида? Не боится, блин. Да может и снится уже. Ну да. Мне надо наверх как-то пробраться. Странно. Тут прохода нигде нет. Давай, 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 успею. Успел. Никого. Так, мне бы вас двоих тогда получается как-нибудь оглушить. Вот и все. Так, что-то я сбился со счета. Значит, раз, два, три, четыре, пять. Половину уже повырубал. Блин, серьезно, нельзя что ли? Шесть, семь, восемь. Видишь его? Нет, ныкайте. Что делать-то будет? Так, трое еще там. Даже четверо. Может, ушел? Черт.
Может, ты ушел. Ты, блядь! Ладно, получается, к нему лучше не идти. Хорошо. Остался один внизу, но это палево. Там я вроде никого не вижу. Ты можешь как-то не падать так громко? Вот кто кого палит? Он его или он его? Кто-то еще есть? Ну ладно, хорошо. По-моему, там было больше, чем 10 человек. Блин, а как залезть? Странно. Вот это я выполз. А, так это черный. Я думал, там еще один. Ну что, пойдем? Ты его знаешь, и он тебя. Да? Лесницкий, что ли? Лесницкий. Спокойно? Да, порядок. Чего нас тут вообще поставили? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие...
деловые партнеры? Да, Числав Андреевич, бандиты с Венеции считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! Ты убил рейнджера! Ты предал орден! И думал, это сойдет тебе с рук! Это мы еще посмотрим! У меня есть неплохой козырь! Ты... Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Блин, живи! Он очень плохой, но ты прав, убивать хуже. Живи, зараза. Из-за обострения обстановки, для возвращения использовать только вход на Красную площадь. Повторяю. Так, мне куда, сюда? Так, что у нас там по заданию все-таки получается? Добраться до Красной площади. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях, всем пока.